дом на улице Ружейная был пятиэтажным. Застройщик получал разрешение на возведение ИЖС, но построил многоквартирный дом и продал квадратные метры. Решением краевого суда объект признан незаконным, и теперь его сносят. Работы начались с 9 апреля, подрядчики обещают завершить их к середине мая. В принципе, проблем нету. Все окружающие довольны, потому что дом многоквартирный, парковки нету, сетей нету, воды нету. Ну и честно сказать, как бы маленький Китай-город сделали. Не место для дома. И это не единственный незаконно построенный объект в Адлере. Так называемые черные застройщики активно пользуются схемой получения земельных участков под ИЖС и потом возводят на них многоэтажки. Квартиры продают еще на стадии закладки фундамента. К примеру, соседний дом на этой же улице тоже должен идти под снос по решению суда. Но владелец дома продолжает строительство. Даже установил кондиционеры. На вопрос вице-губернатора Андрея Алексеенко, почему он нарушает закон, застройщик ответить не может. Вы получали разрешение на что? Разрешение на строительство, что получали? Что у вас было? На ИЖС. Ну, а почему вы построили многоквартирный дом? Почему вы отклонились от разрешения на строительство, построили многоквартирный дом? Мало того, обманным путем ввели в суд заблуждение, зарегистрировали право и продали квартиру. Это же мошенничество. Борьба с самоволками в Сочи ведется уже четвертый год. Только в 2018-м проведено 155 проверок соблюдения земельного законодательства. В суды курорта властями Сочи подано 168 исков о сносе самовольных построек и освобождении земельных участков, занятых незаконно. На совещании в администрации города подвели промежуточные итоги этой работы. Как отметил вице-губернатор Андрей Алексеенко, переломный момент в борьбе с самостроями наступил. Суды оперативно принимают решение о сносе, а сами объекты идут под ковш экскаватора. Не надо никому разъяснять, что это за собой влечет. От экологической безопасности в Сочи. Сочи – это экологический, в первую очередь, курорт, где у нас они все врезаны канализационными стоками, либо ливневку, либо вообще льют на рельеф. Никаких технических условий нет. И только работы, которая вот уже который год у нас проводится, третий или четвертый год проводится, у нас удается в значительной степени ситуацию по экологической ситуации поменять в лучшую сторону. Другая проблема – нарушение природоохранного законодательства. Еще несколько лет назад в Сочи было 17 тысяч объектов, сбрасывающих канализационные стоки в ливневки или городские ручьи. Благодаря усилиям администрации города сейчас осталось около 1000. Из них 25 домов находятся на улице Голубые Дали. До частной насосной станции всего 10 метров, но застройщик не соизволил подвести туда трубу. Вице-губернатор дал руководству водоканала неделю на решение этой проблемы. Нам передадут этот насосный водоканал, мы компенсируем какую-то часть затрат собственникам на то, что они строили. И дальше, в соответствии с законом, вторую часть этих потребителей подключаем и разбираемся с платой за подключение. Ну, кто сколько должен будет, тот и заплатит. Но это уже второй вопрос. Сначала нужно убрать течь. Региональные и муниципальные власти планируют довести борьбу с нарушениями природоохранного законодательства и незаконным строительством до конца. В этом году судами уже рассмотрено 102 дела. По 60 вынесено решение о сносе. Свою работу с нерадивыми застройщиками проводит и Следственный комитет. Следователи возбудили 17 уголовных дел в отношении застройщиков, возводивших многоквартирные дома в обход правил. Три из них уже переданы в суд для принятия решения. Один из застройщиков получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Следователи уверяют, не менее строгое наказание ждет и других фигурантов.